Нож самое опасное. И любой, да, вот эти движения, вот сейчас ты взял, то есть вот они. То есть вот тут человек пойдет, вот жизнь, вот он будет. То есть посмотри. Почему? Вот сейчас почувствовал, скажи, вот сейчас ему удар, я остановил, ему в глаз вошел. Er hätte dich jetzt quasi ins Auge getroffen. Но я не стал продолжать, поэтому что сейчас вот я вот это делаю, шансов нету. Du hast ja keine Chance, wenn er dich so angreift mit dem Messer. Самый опасный это не какой-то мастер ножевого боя, мастер боевых искусств. Das Gefährlichste ist nicht irgendein Kampfkunstmeister. Самый опасный это наркоман. Das Schlimmste ist ein Drogensüchtiger quasi. Это подросток. Oder ein halbwüchsiger. Сейчас только я достаю нож. Его задача идти на прорыв, делать отвлекающее движение. Он определяет, куда ему или туда убегает, или туда. Его задача сейчас просто. Sobald er das Messer zieht, überlegst du, wo du hin abhaust. Сразу убегать. Entweder machst du eine ablenkende Bewegung. Не надо убегать. Вот, все. Вот иду. Вот, меня выбросило работать прикладная психология. Если есть подручные средства, вот я иду. Здесь. Du holst das Messer raus und... Здесь. Контроль. Раз. Здесь я его отсюда цепляю. Опять же, вот эти вещи. Вот здесь. Видно? Рука помогла. Die Hand hilft dabei. Защита от одного раскрыл, работаю. Also Abwehr eines Schlages, возможно, ему сразу вот туда. Aufmachen. Возможно, в пах. В дальней дистанции. В ноги туда. Просто кидаю, чтобы она разбивалась. Кидать буду или в лицо. Это остановка. Mit dem вот Schlag stoppt вот ihn und dann gleich im gegen Angriff. Здесь работаю. Du holst das Messer wieder raus. Здесь. Это уход и сразу же работа. Наношу просто вот сюда. Was jetzt wichtig ist für euch, dass ihr quasi übt, intuitiv irgendwas zu machen, intuitiv euch zu verteidigen mit allem, was ihr in der Hand habt. Да. Вот сейчас взяли нож, вот один стоит за спины, разговаривает и неожиданно делает. Sammelt euch jetzt in Paaren, einer nimmt sich ein Messer, das Messer. С ножом бороться нельзя. На направление куда ножа. Seht ihr, wo das Messer hinzeigt? Смотрите, и сразу ему группа. Я направляю нож. Смотрите, сейчас с локтя. Убивай нож. Entweder das Handgelenk irgendwie verdrehen und weiterarbeiten oder das Messer aus der Hand schlagen. Вот, ушел. Вот сюда дал, нож не летел. Смотрите, сейчас здесь ударил. Раз. Вот моя защита. Вот моя защита. Вот работа. Не смотрим. Schauen wir nicht auf das Messer. Нож, как у гипнотизера маятник. Будете смотреть на нож, он вас загипнотизирует. Wenn ihr aufs Messer guckt, dann werdet ihr wie hypnotisiert. Внимание держим на солнечном сплетении. Haltet die Aufmerksamkeit auf dem Sonnengeflecht. Мы тогда контролируем и низ, и контролируем Damit верх. Kontrollieren wir oben und unten gleichzeitig.
Сразу müssen wir reingehen. Входить нужно сразу очень быстро, когда нож оказался внизу. И сразу же контроль. Denn Körper muss sich quasi darauf einstellen und sofort Теперь, musst du die Kontrolle übernehmen. Если он не успевает войти на первом движении, wenn du es beim ersten Mal nicht schaffst, я начинаю второе, wollt... ему входить нужно сразу очень быстро, как только внизу. Да, вот. Это может быть или первый, второй, третий или четвертый, но мы готовимся. Das kann beim dritten, vierten, fünften Mal sein, aber wir bereiten uns darauf vor und sobald das Messer. Die grundlegende Idee besteht darin, die Gefahr zu analysieren und sie quasi in eine Linie zu bringen, zu überführen. Из этой линии выйти. То есть вот смотрите еще раз. Вот. Вот эту линию. Er macht quasi seine Hände in eine Linie. И сам сразу же с этой линии выхожу. Und geht aus der Linie raus. Вот, и выхожу, отсюда работаю. Здесь вот эту линию выставляю. Er macht quasi dort die Linie mit seinen Händen. Но вот этого делать не нужно, это айкидо, это красиво смотрится. Этого не надо делать. Das sieht nur gut aus, das braucht ihr nicht machen, das ist Aikido. Angriffe. Вот эти удары. Меня выбрасывает. И теперь меня выбрасывает в другую. Здесь. Отсюда. Смотрите. Опять же, отсюда. То есть вот меня выбросило. Da wirft ihn raus. Я вошел на противоходе. Здесь пальцы. Und dann ist quasi in die Gegenrichtung gegangen. Раз, два, три. Раз, два, три. Здесь, допустим, четыре. Раз. Опа! А вот здесь уже контролирую. Я включил май. Опоздал. Опа, все. Это габариты, это большая угроза. Но мне угрожает только вот нож. Du hast die Hände so breit auseinander, als würdest du eine große Gefahr auf dich zukommen sehen. Die Gefahr ist aber ein Punkt, das ist das Messer. Вот оно движение. Вот оно движение. Руки, вот, в линию. Ноги уходят. Die Hände in eine Linie. Und die Beine gehen aus der Linie. Да, давай. Да, да. Да, выходим сюда. Хорошо, я остался. На месте меня все зарезали. Если бы я на месте остался, то бы вы все... Еще раз. И если есть возможность, нужно убегать. Меня все зарезали. Здесь. Посмотри. Еще раз. Вот. Weiter angreifen. Вот. Движение продолжаем. И вы пытаетесь завязываться. Ihr versucht immer euch auf den Kampf einzulassen. Еще раз смотри, проводи меня. Смотри, меня не стало. Er ist nicht stehen geblieben, er ist beiseite gegangen. Opa, здесь. Вот, уже опоздал. Und ihr sollt nicht in der Luft... Раз, одно, да. Большое спасибо. Спасибо. Степан, ich denke mal, für alles sprechen zu dürfen, ganz lehrreiche drei Tage. Wir haben mal einen ganz anderen Blick auf den Kampfsport gekriegt. Viele neue Informationen. Многие новые информации. Die es jetzt gilt zu verarbeiten. Которые сейчас перерабатываются. Dauert wahrscheinlich eine ganze Zeit. Наверное, будет длиться несколько времени. Und dann so Stück für Stück einige Sachen auch in die Praxis umzusetzen. И они попробуют все перевести в практику. Und jeder muss für sich das entscheiden, was für ihn gut ist.
Каждый выбирает то, что для него полезно. Alles werden wir nicht behalten, denke ich mal. Все, наверное, не вспомним. Das war ein Grund natürlich, ihn dann wieder einzuladen. Это дает основу приглашать его снова. Nochmal herzlichen Dank auch, sag ich mal, an Евгений für die super Übersetzung. Благодарим. Евгений, herzlichen Dank. Спасибо.